Должны смеяться дети. Под таким названием в преддверии Международного дня защиты детей в Каспийске прошло праздничное мероприятие. Его организатором выступили благотворительный фонд «Сират» совместно с Центром социального обслуживания населения Каспийска. Здесь в основном участвуют дети-инвалиды, дети из неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей, неполных семей. Мы проводим такие мероприятия совместно с банкетным залом «Греция», где вот Шахпазовый, Гамид и Жаклина постоянно идут к нам навстречу. Им большое благодарность за участие, за помощь в проведении таких мероприятий. На этом мероприятии объединили свои силы несколько организаций, в том числе и наш фонд «Сират». И плюс это наше одно из, ну не первое, но одно из мероприятий, которое берет начало деятельность нашего фонда в Каспийске. То есть здесь мы и познакомились со многими организациями, которые уже долгое время оказывают помощь в городе Каспийск. Праздничное мероприятие проходило с участием танцевальных коллективов и аниматоров. Были приглашены более 100 подопечных Центра социального обслуживания. Я очень благодарна вот за это все администрации города, руководителям этого зала, который предоставил детям эту радость, создателям этого праздника, все за обеспечение наше, которое вызвало нас сюда. Это не первый раз, всегда мы здесь.